Я вот оттуда, с этой моста я проехал туда через Сиджак, поехал туда, вот так и обратно возвращался. Вот я возвращаюсь теперь сюда. Поток отдыхающий, смотрите, и возвращается, уже сколько возвращается, сколько едет отдыхать, потому что сезон отдыха, народов много, смотрите, сколько машин, столько этот, обслуга, это просто прекрасно, поэтому сделайте красиво, четко и отлично, тогда будет у вас народов много. Дорогие бизнесмены, сделайте все отлично. Вот это Чарвак. Это поселок Чарвак, дорогие друзья. Вот я возвращаюсь, уже остался около 70 километров, что ли, вот так. Цвет воды бирюзовая, смотрите, какая. И доля того, все, богатые здесь построили себя. Ну, конечно, когда есть деньги, все возможно. Поэтому я не обижаюсь и я не завидую. Потому что у кого есть бабки, тот все. Ну, мне главное вот это воды. Просто наслаждаюсь от этой воды. Смотрите, поток машин. Это вообще много. Когда-то я служил в Германии в 87-м году. Тогда мы увидели... Сезон отдыха это 3 месяца, июнь, июль, август. Тогда в Германии, в сторону юга, в сторону Турции, оказывается, Кипр, они вот так потоком вот таким проезжали. Мы тогда ничего такого не знали насчет этого туризма, отдыха. Тогда даже Чарвак не было таком. И даже люди вот так не отдыхали. Основное, советские люди... Ехали Крым, Ялта, Одесса, вот так было. А теперь, смотрите, столько машин, это просто слов нету. Это Черчик, река. Просто слов нет. Это Божий дар нам, вода, которая всегда была, дай Бог, такая вода. Мы никогда не задумывались, не покупали. Дай Бог, чтобы всегда была вода у нас. Вот эта электричка едет в Ташкент. Я игнорирую ехать на электричке. Я еду только на своим ходом туда-обратно. Вот у меня уже 100 за 150. До дома будет уже 200 где-то или чуть больше. Вот, Блохоласа, еду в Ташкент. Друзья, вот я приехал домой. Ровно 210 километров проехал вокруг Чарвака. Это слов нету. Это вообще сложная поездка. Как будто в Ферганской долине поехал. Это вокруг Чарвака. Это огромная сила нужна. Это не просто так. Я заехал в Шаршару, заехал пирамида, потом заехал. Не пустили металлург. Ну, поехал дальше. Домой. Вот приехал домой. Вот сидим с женой. Отдыхаем. Кола пьем. Кушаем. Горячую не кушал. Вот теперь дома кушаю горячую. Дорогие друзья, вам всем огромное спасибо за то, что смотрите, терпите моего сложности. Вам огромное спасибо. Будьте здоровы. Серега, Россия, огромный привет. Камрон, тебе тоже огромное спасибо. Хусанака, вам тоже спасибо. Хустос, Хурсаншеров, вам отдельно огромное спасибо. И всем остальным, которые мои подписчики. За то, что вы меня терпите, слушаете. Смотрите. Огромный вам низкий поклон. Будьте здоровы все. Желаю всего хорошего. Кто не женился, хорошего жена, хорошего будущего вам желаю. Будьте здоровы все.